Всем привет! И мы снова продолжаем злые слюни, злые сопли. Evil Within. Первая часть. Всех рад приветствовать на канале. Еп, поиграл. Давайте продолжать, собственно, с того же места. Выслеживаем этого чувака. Не забывайте ставить лайки. Погнали. Так. Дебил, он еще отдыхать умудряется. Рано, распили его, этого черта. Ничего себе, он быстро бегает. Ай-я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 й. Подожди, подожди. Да ты дебил просто, не Себастьян, а дебил. Это дебил, отвечаю. Это дебил. Его нужно прикончить сейчас же. Да что ты говоришь? Как я должен это сделать? Блин, хоть бы в тупик не забежать. А тут растяжка. Ой! Да открой же ты дверь, парень. Ёбаный бред. Ставьте лайки, комментируйте. А он уже вылез или нет? А, все еще этих убивать надо. Это жопа. Пиздец, блядь, ебать. У меня есть два патрона. У меня есть одна граната. Где-то рюмсает там. Вон оно, чмо. Да быстрее.
хуйня. Его нужно прикончить сейчас же. Ну и выкончи сам, наверное. Никто не лезет. Блин, что ж делать? Я ему гранату кинул. Так, дробовик это для него. Надо, чтобы он мне перепилил эту, как его. Неужели надо отбирать у него? Как его? Бензопилу? Не пилу. Блин, и как? Я думал, они сюда полезут. Они не хотят. Не хотят. Нету. Сука их там. А где он, бензопильщик? Я бензопильщика не вижу. А, вон он. Черт, не поднимаются, нет? Блин, я не знаю, как они достают меня, короче, конкретно, я не знаю, блядь, эта камера уебская просто меня достала. Вообще ничего не видно, кто там снимает, кто куда. Дурдом, просто дурдом. Ну все, я теперь не слезу отсюда. Лестницу мне отпили. Попили этих мудаков всех. Чего он их не трогает, не могу понять. Завалите его. Блин, да что мне с ним делать, это козло. Надо было... Отлично, отлично. Я не знаю, куда от этого ада текать. Да хуя. О, еще это с ружьем живой. Отлично. А он сможет перепилить ее? Это, конечно, блин, жара. Я не знаю, как их завалить. У меня нет ни боеприпасов, мне нет ни аптечек, мне нет ничего, с чем вообще на них идти. Правда? Ну, есть, ладно, аптечка. Это все хрень. Не, в принципе, может и получится завалить его. Какую? Так, ладно, что тупим? Я не знаю, как их валить. Это невозможно. Ха-ха-ха.
еще уставший вечно. А тут на этаже их получится валить? Вряд ли. А, тут если что, я лестницу опущу. Если что, я свалю от них. А его затронуть несложно. Его затронуть несложно. Нужно взять с пистолета. А где мои патроны? Охренели. О! Нахрен мне эти спички? Короче, я буду искать аптечку, я мана. Дуля. Сядь уже. Подлечивается, подлечиваемся. Подлечиваемся. Невозможно с этими двумя сантиметрами жизни. Тут просто невозможно. Нахрен мне эти спички. Ты ж тварь. Тупизна, блядь. Это бред, это не уровень сложности называется. Это называется очко. Пиздец. Не знаю, как с ними пиздец. Сейчас они все поприбегают, и я охренею. Все, они такое ощущение, что как будто новые появляются. Поэтому толку, что я вот этих всех пытаюсь завалить, никакого нет. Не знаю, надо отрабатывать приемы. То он топор типа туда швырнул. Где он, этот гамнюк? Давай, черт, иди сюда. Будем по одному вылавливать, я не знаю, как еще не бороться. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Они сейчас поубивают мне все разом. Сука, не дошел. Вот чертоган.
Ебать. Спасибо. Блять, за бочину держится, ну бедный несчастный. Уйди от него, баран, он вечно обтрушивается, когда не надо. Что это за боевка такая издевательская? Я не знаю, вручную с ними просто невозможно. А, там он. Просто невозможно. Не знаю, как их валить. Ни от рук не умирает. Так, возвращаюсь. Я не знаю, как их валить. Ей-богу, не знаю. Патронов нету. Где их возьму, я не знаю. А, это надо этого снайпера сраного заварить. А чё он у меня не завален, и патронов у меня нет. Сука. Орач. Дворына-то там ходит, не? Ходит, блядь.
сука. Сука. Да ну, блядь, ну как с ними бороться? Ну, баран, он не слушается вообще, ни джойстик, ничего, не прячется. Эта камера мне просто башку показывает, больше ничего. И ничего не вижу, что происходит. Я не могу его обкружить нормально. Не знаю, у меня, блядь, не получается. Ебанский какой-то. Last of Us, все это намного лучше сделано. Здесь же, блин, издевательство над тобой. Присядь, какого ты хрена встаешь? Я вообще-то нажал присесть. Козел ебучий. Где эта бутылка ебаная? Блять, пидорас. Шлюха, она не слышит. А что ты подпалил? Ты что, вообще дебил? Охренеть, вот это да. Это дебильная просто игра, просто это извращение. Dark Souls даже легче, чем вот это вот выкуривать кого-то со своей сижи. Если бы она здесь реализована была нормально, самая ублюдка в этой игре это камера. Просто ублюдок придумал. Без руки какой-то, блять. Нахрен мне у него на жопе камеру сделали? Мне надо видеть хоть что-то, ну хоть чуть-чуть бы обзора, ну... Нет. Мучайся, смотри на мою задницу. Вот что я должен видеть? Задницу, все. Больше ничего. Охуеть. Как он через сток сена меня видит, а? Как вам такое, Илоны Маски? Ну и жди теперь еще 30 лет, пока это пополнится жизнь. Во! Давай, черт. Еще бутылка будет? Конечно же нет. А зачем? Топор, я даже не замечал его тут никогда. Да, ломается за секунду, понабирали с их стока. Я ж тут, блин, целый час лазил и вышкребал отсюда, чтобы они... Услышав любой громкий звук, враги ни хрена не ищут, отходят на 2 сантиметра. То есть уж они слышат. Не знаю, я...
не бегает абсолютно. Он устает за 2 секунды. Просто черт, мне надо прокачать бег в срочном порядке. А мне нечем его прокачать. Не знаю, мне кажется, наверное, и не прокачать. О, это вот ублюдки повставали. Ничего себе. Это вот эти же висели. Они повставали. Пидор. А я-то не понял, кто, думаю, ля. А чё ловушка не сработала? Вот пидорас. Пидорас, это не так, пидорас. Пидор. Так, ладно, раз эти просыпаются. Что для меня оказалось новостью. Вот почему это все надо дерьмо спаливать. Так получается. Давайте их спалим всех. Потому что спичка как раз есть. Я сейчас возвращаюсь обратно. О, а, они уже ходят, уже поздно. А откуда они? А, они лежали вообще? Так там же ловушка была. Сейчас я тебя черта тут и взломаю. Пидорас. Так, это хороший шанс. Не хочу я тебя палить. Я же завалил его ножом, ну да. Ну проблема-то. Пойди сохраниться. Придется. Жопу, блядь. Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. Пидорасы. Бутылка моя где? Бутылочку подбирал. Понятно. А где эти два паздюха? Где они теперь ходят? А, там ходят. Ага, ходят. Ходят, блин. Ловушка не сработает. Я сейчас доиграю. А, наверху хуйня. И ни бутылки же нет, ничего, блин. Хоть бы
Я не умею их со спины этим стелсом вонючим убивать. Он тут не работает по-людски. Отвечай, не работает. Не срабатывает эта кнопка сзади. Ладно, где этот черт? Отец, хотел одним заниматься, в итоге надо вот это вот караулить этих мудаков. Увидел. Ну как? А вы говорите сзади обойти. Как его обойти, эту гниду сзади? Она же видит меня насквозь, как говорится. Я как будто говном для них намажен. О, глянь. Откуда их столько поприсыпалось? Тихие одиночки. Отсюда что ли вылез? Блять, уже устал. Как ты меня достал, заколупал уже. Таким персонажем только проходить тут что-то. А, это бабка здесь. Да? Сто лет я тут не ходил. Нахрен мне эти спички, хоть бы чуть-чуть жизни дали, невозможно ж проходить. Пидораза. Короче, по кругу бегаешь, как ебанько. Ты какого бегаешь, как хуйло? Тени все подевались. А? Пидорас. Ну нахуй! Какой-то бред, блядь. Короче, это очко не в рот, блядь.
лазишь как... Девочку ты еще, блядь, заебали. Иди нахуй. Смотрите, земель эти сохранения в блюзке. Сука. Кто меня здесь может видеть? Я поубивал всех. А, их двое? Уеду. Трое! Ну, сейчас кто-то обернется, и мне жопа. Понятно. Понятно. Залезь. Пора. Кто-то чапать может, я вот не могу понять. Кто-то чапать может. Так бы врагов убивал, как ты ногами своими машешь. О, мы еще кувыркаться, оказывается, умеем. Там хуй этот с ружьем. Она спичку в полке, да, это. Тут еще этот черт. Я завалил его. Не помню нихуя. В окно он не любит залазить. Профиль сохранен. Ура! Ну а тут, если она уже запикала, то до свидания.
Так, что у нас по патрону? Да возьми ж ты их, ну. Где это хуло орёт? Отлично, вот это я понимаю. О, хуя. Возьми эту бутылку и швырни прямо вот в эту хуйню. Потом... Вообще-то у меня их две должно быть. А, запас одна как-то. Бог не схавай. Чё топор нельзя взять? Нет, лежит, блядь. Так, что у нас по бомбочкам? Ну, есть одна. Ну, пистолет есть. Ага. Еба, я и не знал, что он тут. И припасов нет. Это точно, что припасов нет. Его нужно прикончить сейчас же. Но мне нечем его кончать. Ах ты ж баран тупой, какой же ты баран тупой. Ну ты баран тупой просто, я не знаю, чем его уничтожать. Просто мудила. Пойти поперевалить всех, потому что они меня точно прикончат все. И тетки эти, и дядьки. Все прикончат. Блять, ебаный рот. Бля, невозможно с этой игрой. С ума можно сойти просто.
невозможно, блядь. Последняя проба, ну вряд ли получится. Я вообще не знаю, чем его валить. Если он с дробаша не валится. Опять эта хуйня. Просто тут на секунду отвлечься и все, тебе задница сходу. Не-не-не, надо наверх. Ты что, дядька? Вот это вообще мне маразм этот убивает напрочь. Опять. Ну, в принципе, убежать можно. Тут другой прикол. Так он же ж не всегда же бегает хорошо. Что ж тут сказать? Козел, блин. Наоборот, надо было не разряжать ее. Это же ж хуйло придет сюда. Че, у меня 5 патронов пистолета? Ну что, спалить можно? Ничего нема. Не рыпайся, заебал. Понятно. Просто пиздец. Стрельба без прицеливания — это просто пиздец. Не знаю, что с ним делать. Не маш там ничего, да? Патроны. Те разы, по-моему, мне ничего не доставалось, кроме анализа. Тут туман ушел. Я вспомнил за этого черта. Быстрее. Еще же он, наверное, придет. Ой, это жопа просто. Кто ж так рычит? Тёханша там. Я буду орать, если я их сейчас всех перевалю, а мне дадут огромную дулю. Этого черта я не знаю, как завалить.
Сейчас испортит настроение. С пистолета сложно его валить. Три патрона. Охуенно. Ладно, мне дадут, в принципе, патрон. Нихуя ж не видно. Ну, пидорасы придумали. Отлично. Ага, а в тот раз 6 патронов дали. А в этот раз... дулю. Сейчас пойду сохранюсь. Отвечаю, меня уже достало это. Это не тот дом. Фак. Да где это? Ну а шо, я такой прогресс? А это прогресс. Мы ждали вас. Вы скверно выглядите. Вам нужно... Сама такая. Что, ну, пацаны, закончим эту серию. Ну, как видите, вот так вот у меня получается. Жду комментариев, жду лайков. Комментируйте обязательно. Всем спасибо. Увидимся в следующей серии. Всем пока.